Одесская епархия передала медикаменты в военный госпиталь. Также в честь Дня вооруженных сил Украины священнослужители передали подарки бойцам АТО. Это уже не первый раз, когда верующие покупают лекарства для медучреждений и поддерживают военнослужащих. Сегодня по благословению владыки митрополита Агафангела Одесская епархия передает необходимые медикаменты нашему военному госпиталю. Эти наименования медикаментов были согласованы непосредственно с руководством. Это то, в чем сегодня нуждается военный госпиталь. И были закуплены эти лекарства и переданы для того, чтобы они послужили тем людям, которые находятся на стационарном лечении, в том числе и воинам АТО, которые сегодня в определенной большей части проходят именно здесь свое лечение. Также для военных выступили одесские школьники и православные хоры.